Третье воскресенье марта объединяет всех тех, кто делает нашу жизнь комфортной и спокойной, кто берет на себя заботу о бытии и благоустройстве города, а это более 5000 человек. Почетными грамотами награждены лучшие. Есть такая хорошая песня «Погода в доме». Так вот, погода в доме зависит от всех вас, сидящих здесь. Это и вода, это и улыбки, будем говорить, зеленое хозяйство. И чистота. Приятно ходить по улицам сейчас и видеть чистоту. Все это делается благодаря вам. С корабля на бал. Николай Сарпулов, как всегда, утром пришел на работу. И тут его ждал сюрприз. Поздравление от заместителя главы. О таком он и не догадывался. Работает более 40 лет. Профессию выбрал не случайно. Любит электронику и физику. Наладчик электроники и контрольно-измерительных приборов он замечательный. Я лично, собственно говоря, пришел на работу, да, вот. И мне сказали, собирайся. И я, как говорится, с рабочего места сел в машину, мне привезли. Ну, какие радости могут быть в работе. Сделал хорошо, вот, доволен. Ну, вот и в душе, как говорится, и радостно. Мы ждем от работников этой сферы именно такой работы. С любовью и душой. Искренне поздравляем с праздником и знаем точно, вы меняете наш город к лучшему.